Всем привет, дорогие друзья, с вами Катина Юрич Топкин. Сегодня вместе с Донией Петровичем мы находимся в GTA 5 онлайн, где проведем прикольное шоу «Спуск без тормозов по льду». Здорово. Всем салам. Ты скажи мне, ты на чем стоишь вообще? На правде, на вере или как? Ты вообще левитируешь? На характере? Окей. Что ж, ребятушки, сегодня мы будем тягать тачки из рандома, разгоняться по дуге и потом, отпуская полностью управление, скользить по льду. Машина может ехать, тормозить, лететь кубарем. Короче, чем дальше она доберется, тем больше баллов мы получим на счет. Поэтому прямо сейчас начинаем, достаем по первой машинке. Давайте, ребята. Используем, друзья, мы здесь все из реальной жизни. Плюс крупные габариты, ребята, абсолютно все, даже GTA-шные. Так. Так, спокойствие, спокойствие. У меня тут даже трасса покрасилась. Так, и старичок, это импала вроде как, либо что-то типа того. Да, вроде импала. Ну скажи что-нибудь громко. У тебя, короче, опять проблемы с войсом этим, у тебя включился, походу. Это что, это автобус? Откуда автобус у нас едет? Чего? Это прицеп. Это прицеп? Чего? Ебай, он еще, знаешь, как будто не из этой игры так пингует, летит. На, нафиг. Классно. Классно, облизал мне бампер задний. Вообще, а тебе ноль реакции, правильно я понимаю? Вообще супер. Ну, чуть-чуть я бочком пошел, но я чуть дальше буду. У меня 100 по итогу. Вот так вот, ребята, маленький рассинхрончик и все, габело. Так, уходи, молодой. Да. Не зацепил. 150 у Петровича на первый раунд. Это вполне неплохо. Так, прицеп надо найти, чувствую, нам там еще помешает. Ну что ж, в целом-то неплохо, ребята. Давайте доставать тачки. Получается, у Петровича будет их целых 3, потому что он был дальше. Так. Ой, я чуть не туда куда-то уже пошел. Так, ой-ой-ой, хороший Ниссанчик, Галларда 50-50. У тебя две машины всего, когда ты разошелся, молодой. Так. Кто? Леха. Кто куда разошелся? Кто куда разошелся, действительно. Так, Вольво, 138. Леха, 138. Я хотел до Петровича докопаться, а потом вспомнил, что у него 3 тачки. Давайте, поехали, у меня тачка такая себе. У меня неплохой Ниссанчик, Стага. Ниссанчик вообще пушка, кстати. Стага. А еще Андреевый, как ты любишь. Ну это что-то на твоем языке, я не понимаю. Да, конечно. Ты там постоянно прозрачный летаешь. Так, ну, Леха такой себе. За Юру Дрявого слышал? Нет. Не знаком. 584. На районе все узнают, да. Говорят, непорядочный он, слышишь? Страшный у вас район, страшный, я понял. По ночам лучше не ходить. Так, а вы куда собрались-то? Я вас на сценарии вижу визуально, нет? 170 вылетел. Так, 170 у Вани, я... У меня... Туда же, тоже 170. У меня 210. Так, 210, и опять наш толстый вот этот бронемобиль набирает больше баллов. Сам ты посмотри на себя. Ты, кстати, еще не... У меня есть подозрение, ты не человек вообще, андроид какой-то, но это уже другая история. Ты не человек. Так, ладно, кстати, ну серьезно, вот смотри, вот остановись. Я сел опять в тачку, когда исчез в тени. Короче, у него морда, вот посмотрите какая. То есть это либо, короче, просто модельки человека там нету, на кого она одевается, либо просто ты андроид. А кто дальше-то был? Дальше Петрович был. Так, а, кстати, та херня, фургончик-то считалась, наверное. Что-то ты разошелся. Крупногабаритный же. Ну да. Так, лодка не считается, ребята, она багуется. И две тачки таких себе. Так, ну, у Петровича есть выбор. У меня это что, 166? 151. Ну, попробуем на какой-то херне. А у тебя хорошая, да, тачка. Тебе пока везет на дроп. 290. Так. Да-да-да, должен был фургончик с почтовый быть. Я не знал. Все ты знал. Вообще не в курсе. Я в начале ролика говорил. Так, 540 вообще нечем. 900. Слышь, иди фургончик доставай. 700. Какие 700? 550 только. Всего лишь. Так. Ну, лечу. Может, на крышу хоть? Лечу. Ну, у меня ужаснейший автомобиль. Выпал на 270. Неплохо, хорошие баллы. Так. У тебя, Петрович, как дела? Лечу еще. Может, даже ворота. Но нет, не ворота. Опять 170, и я выпилился. Ну, типа, ладно, это вполне-то неплохие баллы. Это не 120, ну, не 100. 400 будет. Петрович. Да. Да, врезался, остановился. Синяя платформа 400. Так, надо достать что-то интересное, что-то хорошее. Вопросы. О, вот это, кстати, вроде должно быть неплохо. Это Дайтоны. Дайтоны. Прокачанная химику, да. Так, Рэйбл стандартный. Кто был дальше? Ты остался, кстати, уже молодой. Так, Дрявый опять что-то, самоходка. Чё они, ну-ка.
Ну, если честно, я не уверен, что у меня хорошая машина. Это вообще, кстати, стандартная вроде. Нет. Это считается, нет. Или Калифорния. Калифу. Зенторма, я понял. Так, ну короче, Дайтона. У тебя, да, считается здоровая фигня. Бетономешалка. Байк, если из реальной жизни, то тоже считается. Так, у Ванька Мерседес не тот. Супру берет у нас Петрович. Ладно, поехали. Так, мне надо, как бы, баллы. Что-то по баллам все плохо. Ёпа-мать. Ай-яй-яй. Бежу на Дайтона. Что там аякаешь? Мне тоже будет чуть-чуть баллов заработать. 840, отлично. А баллов можно заработать? Что-то на албанском сейчас скажешь. Да. Албанскому. Ладно, ема, я вообще сломал тачку. 180, на десятку дальше. Мне не повезло в пролете. А я чё, нет? Так, 140 у Ванька. 140 ровно. И 130 у Петрович. Я дальше? Нифига себе. Продолжаем, ребятки, я наконец-то первый. Три тачечки. О, где-то уже это говно видел. Сколько у тебя было? 270? 270, да. Так, М4-то неплохая. 293, я даже там ничего не буду. Так, алло. Так, М4 не та. Челленджер 308. Демон. Я ему не доверяю, они все фуфло. Демон хорош, РС-ка хороша. Феррари фуфло, но 270 Ванька взяла. Может, это долетит у меня. Не куда-нибудь. Так. Окей, я в дырку от спойлера видел Петровича. Дырку что ты видел? Дырку смотришь? Да. 900. Не видел скорость. Но ударился хорошечно. На колеса это плохо. Ладно, слышь, давай-ка 270 тоже минимум. Бери-ка у меня. У меня 300 ровно. Заебумбуч я пролетел. Короче, где-то 220 или 210. 170 Ванька. Короче, я на монтаже посмотрю. А ты где, Петрович? 300. Он просто вызывает шабаш этих трактористов, наверное. Сталком. 300. Подавился кое-чем. Трактористом. Так. Так, у тебя все фуфло, Петрович. Радикал Доди. Поехали. Ладно. Бентли, наверное, там самое интересное. Радикал Доди. Мне кажется, вообще не Доди, он сказал Доди. Доди, я понял. Да, это раннее не утро, я, еще я никто не проснулся. Я здесь ни при чем, да? Блин, меня смущает этот фургончик, зависший в воздухе. 900 разогнал. Неужели машина нормальная? Машина. Машина. Да хватит уже, живи. О, да ладно. Колечу, пытаюсь. Расчехоль, давай. Ах ты, собака! На штанге повис, буквально 4 на сотни. На штанге. Прям пополам там сумела нафиг. Самый чел вот этого, люди в черном в первой части, когда он отстреливал, блядь, этих жуков, и он такой на флагбауме висел. Я сейчас не помню. 190 Ванька с остановкой, я давно не смотрел эту фигню, а 170 получается Петрович. Кстати, реально, когда последний раз ребята смотрели «Люди Икс»? Я вообще не помню этот фильм уже, я слишком старый для этого. Это не «Люди Икс». Ну ладно, окей. Тот самый человек, который говорит, что он в теме, да, он в теме. Вообще в другом. Я слишком старый для этого всего, да. Так, ладно, продолжаю спаунить тачки. Мерседесик у Донни. Так, а я что дальше был, да? Более-менее Мерседесик. О, у меня араб нормальный вроде как. Араб нормальный. Да, всем бы такого, как говорится. Так, Бэха и Хендай. Че, иметь личного араба, что ли? Нет, вроде. Иметь араба. Нормально. Нет, вот это уже странное желание. Блин, у меня надпись Мэнсари, короче, меня смущает. Так ты не смущайся. Это Мансур. Мансур? Мансур? Таких не бывает, наверное. Мансур. 585 я разогнал. На нах. 580. 590-600. Хрюкать не обязательно было. Кто где хрюкнул? Ты только что после своей фразы довольный такой. Так сделал, как засопел. Я уснул чуть-чуть на секунду. Бывает такое.
Не знаю, у меня нет. 200 у меня. Блин, я думал, снесет. Отлично, остановился на 210. Ой, как резко было, не пугай меня. Так, и... 240, все, давай уезжай. Так, ладненько, ребят, серия продолжается, уже больше середины записана. По баллам Петрович пока офигел. Да ты офигевший. Вообще, сегодня. Етрончик, это неплохо, у меня Майбах и Пагани. Пагани-то красивая, но бесполезная. 151, 179, вот это дроп, вот это тачки. Так, ССочка Карвал, это хорошо. Карвал? Карвал. Карвал. Камаро. Так, Леха. Камаро. Камаро, Тамара. Сонно отдохнуть. Один тупит, другой подыхает, один сонный. Вот собралась бригада. Компания инвалидов. Ютуберы года. Ай, ладно, поехали. Давай, поехали. А можно быстрее немножко? Ты же, типа, экземпляр. Так их все в мире, а ты не едешь. Я бы как бы... 1050, что? Что? Да, да, да. ССка там лютая. Так. Ну, у меня вообще прям лениво. За пределы, нет? Коснись. Коснулся здесь и вылетел. Сколько это? Это 300 ровно. О! Нормально. Ну, у меня 120, и типа, я не удивлен. У Петровича сегодня, может быть, и тачки даже не быстрые, но он как-то везучий сегодня. Летит хорошо все. Ну, видишь, как летит. Ну, сейчас выпилится. Ну, отлично. Это 180. Так, так, так. Кстати, самое интересное, мы еще ворота не расчехлили, ни одна машина не долетела. ПЖО с этим не справится, бравада стандартная. Это, да, это такое чудо у нас есть. Так, быстренько. R35. Да. Да, ты сейчас был дальше. Не сегодня, а вот только что. Офигеть. Ошалеть. Так, это херовина не качается. А, не качается, ладно. Качается. Так, ну выбирай тогда, выбираем. Лучше бы не качалось, конечно, ну ладно. Да. Так, ну Петрович, выбирай ту, которая это не едет нормально. Так. Что за Ниссанчик? Блять! Я тебя не видел. Зарямба. Как можно было меня не видеть? У него жопа такая широкая на полдороги. Станированный просто лобаш, я ничего не видел. Так. Ну от первого лица, кстати, иногда скатиться тут полезно. Так, а чё по максималке нет её? Лучше не надо. Чё нет? Скатываться от первого лица. Так, 580. Куда меня мотануло, алло? Мотануй. Матута. Макака. Я выбираю путернистый. На. Ну и второй. Унизили Петровича. Самое обидное, что у нас по 150. Иванек. 160 же, нет? 160. Я со 150 улетел. Петрович точно со 150 улетел. А, я доехал. 160 у тебя. Да, да. Ближе. Как тебе двойной круассан про пердоль? Загадочно. Загадочно было, ладно. Так, ладно. Так, эта херовина считается, которая у тебя была, кстати. А, да? Это вторая, да, крутогабарит весь считается. Так, ну у меня чирок. Сейчас экран буду вам рвать. Чиркаш, поехали. Это же который рвет, по идее, нет? Не знаю, сейчас узнаем. Рвет, который Демон Хоук. Это тоже Демон Хаук. О, у меня Rolls-Royce, а на капоте вместо значка этого Rolls'а такая, типа, аниматян стоит какая-то, прикольно. Так я нажми, там на капоте будет плясать это то самое. Q? Угу. Так. Слэш Q, в смысле? Не-не, просто E. Слэш Q, чё? Чё? Куда? Слишком сложно. Да ладно тебе, я опять пятихатку не расчехлил и уже другую штангу облизал, ну камон. Сколько можно? Так, ладно. Штанги. Да вообще, сколько можно? 400 у меня. Злодей. Сам ты злодей. Я просто проказник. Так, 250. Как странно летит Ролл, кстати. У него с утропкой явно проблема, да. Какой такой. У тебя, Петрович, сколько? На. Я еще еду. Плохая новость. Куда собрался? 180. О, я поехал. 180 у Петровича. Да ладно, по ребрику еще сохранил. Сохрани? Да ладно. Почти сохрани. Ну, типа того, да. Ну, слушай, если ты такими темпами будешь ехать, а ты все же решил не ехать.
Ну, слышишь, очень хорошо. Он сам по себе еще скользит. 310 и десятка бонусная, 320 жир. Финально, ребята, спуск. Последний шанс достать тачки. Хорошенькие. Давай. Я говорю. Нет. Так, нет. Это ты будешь дальше? Такое? Это удаляй. Он сейчас пинговать будет. А, китайский Devil 16 не настоящий. Это... А, это не настоящий. Это, да, P1. Т-20. Так, Ванька прям. Ну, почти. Ну, P1, я имею в виду, с чего слезали. А это тоже, да? Это стандарт, да. Так, Брабус. Тоже стандартная. А можно тачки? Это что? Что это? Мало тебя опорачивать. Ну, вообще. Все фофло. Ямай, ты его прокачал, что-то там трейд настало. Да, автопрокачка сработала. Удали его нахер. Так, опять дайлся сил китайский. Так, да, вот эту фигню. Так, что выберешь-то? Ну, чё поедешь? Нет еще ничего. Я вторую даже не видел. Так, ладно, поехали. У меня максимальный овощ. Что за аппарат у тебя? У меня вообще огонь. Брат, догоняй. Ермак, я быстрый, пацаны. 490. Я сейчас Юру вынесу, чувствую. 508. Можно было и меня. А чё вы все такие, этот, неинтересные? Все мимо меня пролетели, даже никто не подъехал. Вообще фуфло, оно по накату не едет, оно тяжелое, оно не быстрое, это 110. Тем более десятка даже бонусная здесь, вообще фуфло полное. Так, ладно. 160, и где? Я еду пока еще. На этой херне? Да ладно. Да. Еще и ворот. Ну, нет. Нет. Что-то как-то он неправильно приземлился на передок. Че вообще творит? Да ладно. Нет, упал, все-таки упал. 350. Да, максимально странно как-то летел, ехал, но добрался до конца. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Лайк, комментарий. Пока-пока. Пока. Пока.